фестивале же поруких весело, там у всех руки растут из жопы. Там дискотека и танцы с песнями от известных певцов ротожопых. Там, где музыка на главной площадке, все поют только караоке. И от радости все пищат там, в рот мне ноги, друзья, в рот мне ноги. На фестивале же поруких встречаются разные прекрасные специалисты. Общаются и на качелях качаются под песню же поротых артистов. Там всегда тусуют дорожники, врачи, педагоги и плотники, архитекторы и сапожники, инженеры и соцработники. На фестивале же поруких прикольно, там у всех ничего не получается. Некоторым бывает и больно, с же порукими все случается. Я там был, очень долго рыскал, где стоят чиновники Крымска, губернатора Краснодарского края. Случайно встретил там с утра я. Фестиваль же поруких рулит, там Полисский, Люблинский, Лебедев. Они клевые, ну да кули, похихикаем вместе, бе-бе-бе. Там монтажники и демонтажники тоже все как один же порукие. На дискуссиях сидят важные, у них жопы и руки в брюки. А вот недавно специально для нас мы это же порукие. Журналисты, ученые запускали спутник ГЛОНАСС с хороводами, молитвой и свистом. Жопорукие журналисты, это ЖЖ. Как мы видим, не одна, а две сразу. Мы все что-то пишем в своих ЖЖ. Горан Брегович, дай нам газу, конечно. Особнячком всегда фестивалят конструкторы с автоваза. У них в лагере вообще беда. Насекомые и зараза. Но только самые смешные участники — это жопоруки-пасечники. Опухли все открытые части их. Что поделаешь, неудачники. Лауреатами фестиваля этого года стала Госдума полным составом. Депутаты приехали на природу личным железнодорожным составом. Фестиваль жопоруких объединяет огромное множество различных акций. Например, на этот раз зажигают авторы ливневых канализаций. Там акушеры и попы с молитовкой. Там у кремлевских пиарщиков тимбилдинг. На фестивале запрещена политика. С большой осторожностью позволен бодибилдинг. Слоган фестиваля: «Не урони!» Очень, очень много гостей. Боже милостивый, жопоруких храни, а то ведь не соберешь костей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой.